технически простая задача сохранить все футболисты по максимальное количество эфир на оставшиеся минуты, поэтому ну, даже практически не является недостаточным. Сумел восстановить запас. И зря брал Сбербанк тайм-аут. Да, очень мощный. Он проходил со стенки. Удар по программе гол. 1-1. Первом матче они только разминались. Блин, девятку, похоже, в стиле, но не супер. Мощнейший удар и снова здесь вратаря ТРС обвинить не будет. Терентьев, вот первая возможность, он стоит в порогу. Терентьев двух защитников вратаря убрал на крестах и забег. Направо Барокко, пятый тур на свидании. Сейчас яркое начало нам демонстрирует МТС Банк и Банк Тинькофф.